Проверка стабилизации. Стабилизация включена начальная. Сейчас отпустим чуть камеру и поедем по камням. На семерке включена автостабилизация. На девятке начальная. Вот мы заезжаем на горки. Камни конкретные. Сейчас посмотрим, как что будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Камни просто жесть. Скачем капитально. Скачем капитально. Все, запись пошла. Снимает 4К. 25 кадров в секунду. Семерка автомат. Девятка среднее усиление. Сейчас немножко поедем против солнца. Оп, оп. Поехали. Также на девятке включена линейная стабилизация. Вернее, горизонтальная. Вот я виляю немножко. Иду против солнца. Солнце слева. Виляю понемногу. Сейчас будет трамплин, прыжок, прыжок, прыгаем. Опа! Виляем немного. Виляем. Color включен GoPro. Color GoPro. Едем дальше. Виляем. Виляем всю дорогу. Виляем. Запись 4К. Звук пишется. И теперь по солнцу, по ходу солнца идем. Поднимаемся тут в горочку. Тень виляем. Я виляю. Закладываю. Закладываю влево-вправо. Виляю, заход влево-вправо. Пошел, пошел вправо-вправо. Ой, чуть не вписался. Поворот вправо. Вправо. Иду прямо на солнце. На солнце иду. Прямо на солнце. И уходим влево. Влево в тень. Вот мы влево в тени. Вот они, цветочки, можно посмотреть. Внимательно смотрим цветочки. Опа, поехали дальше. Закладываю влево-вправо. Тут можем посмотреть цвета. Поехали дальше. На солнце. Вот посмотреть качество цветочков. Сейчас я попробую наклонить, да? Вот. На девятке видимость как будто светлее, на семерке темнее. На самом деле даже не знаю, сейчас дерево не попадает. Вот дерево теперь попадает. Вот так, поехали дальше. Как снимает в тени. Как снимает в тени. Сейчас чуть с наклоном.
ты не. Странно. Что-то... тут, блин, включена широкая.